Новый день настает, и казачий ход идет прямо в бок или налево. Но идет себе, идет. Жму эспандер. Я рукой левой, правой. Казачий ход. Он идет. Левая рука эспандер жмет. И вперед. И вперед. Продвигается народ. Немножко поговорим о развитии каких-то таких суперкачеств, таких вот супер экстрасенсорики. Доброе здоровье. Ну, примерно в таком духе поговорим. То есть вот открыть чакры, чтобы чакры были, чтобы была вот эта вот суперинтуиция, чтобы какие-то там возможности. Как там они называются? Голова вылетела. Экстрасенсорное это. Они назывались ясновидение, яснослышание, яснознание. Ну, вот такие вот. Ну, я сошлюсь на свой собственный пример. Он совпадает практически со всеми. Вот вопрос. А зачем тебе эти качества? Вот такой вот простой вопрос задается. Там какой-то там усмирять там бури, что-то там как-то воздействовать на человека. Ну или хотя бы вот это вот ясно слышание, зрение и прочее там ясно. И ответа такого, знаете, внятного и нету. В основном, если я там, ага, буду обладать там предвидением будущего, то, допустим, я там сыграю на тотализаторе, то есть с такими меркантильными интересами. То есть, оказывается, вот, ну, относительно вот меня, для того, чтобы вот это все были ясно, слышание, знание и прочее, которым я в свое время пытался заниматься, не задавая себе такого вопроса, а зачем тебе надо? Вот такой. Все было направлено на то, что, а как же ты будешь это все применять, эти инструменты, на какую-то корость, ту или иначе. Там, допустим, ага, молодой, значит, девчонка понравилась, как-то ее к себе привлечь. Там что-то там такое, ага, как-то это так получить, особо не напрягаясь. Ну и вот такие вот эти явления. Скажем так. А кому же они даются? Так как я почитал все эти жития святых, это, как правило, людям, которые не заинтересованы в применении вот этих вот вещей. Вызывание дождя, усмирение бури. Еще там чего-то. Хотя раньше, ну, примерно 2000 лет назад и чуть побольше, чуть поменьше,
существовали целые школы. Вот как было модно сейчас получить там, допустим, образование в Англии или еще там где-то в Америке. Престижное. Тогда престижным образованием считались вот получение магических знаний. И дальше уже это магическое знание ты начинаешь там использовать в своих корыстных целях. Вот, то есть существовала такая школа, такой период. Я думаю, что, так сказать, более-менее скрыто-прикрыто, это еще существует и до сих пор. Просто перестали афишировать. Ну, вернемся вот к, так сказать, настоящим этим знаниям, возможностям, которыми обладали святые, настоящие святые. Они просто-напросто занимались своим делом, и вот эти вот способности разного рода, они появлялись сами, то есть специально за ними не гнались, специально над ними не работали. Это все появлялось само собой. Появлялось само собой. И эти люди не были заинтересованы. Более того, вот чтобы какие-то там по-настоящему у человека проявились силы, он вообще живет не в миру и не заинтересован в их применении. Они просто у него есть. И там уж при каком-то там таком случае он ими воспользуется. И вот оказывается такая возможность, как управление погодой. Но оно одно из таких вот качеств приобретенных, которые довольно-таки широко были распространены. Читаешь жития святых, очень много из них могли так запросто усмирить бурю, причем там страшную бурю на море. Порфирий Корнеевич, если взять свежие данные со слов там его и очевидцев, усмирял бурю, какую-то там непогоду, когда он был возле моря. Даже там стихотворение там написал, как там что было. Далее, еще более свежие. Самодумов Анатолий Иванович рассказывает, как он в Америке, будучи в Америке, это уже 2000-е годы, был приглашен, вот, рассеял какое-то там мощнейшее торнадо. До этого, значит, был смерч торнадо, который там здорово опустошил. Вот это да. Опустошил там что-то там побережье Америки. Вот. А следом двигался еще более мощный. И они там поняли, что им будет весьма-весьма и не сладко. И вот попросили его это сделать. И, кстати, если вы хотите узнать не с моих слов, а с его слов, как это происходило, надо посмотреть видосик про него, его пребывание в Магнитогорске. Там лекция на 2 с лишним часа. И он там многие вещи интересные рассказывает. Вплоть до того, что, видите, можно там убрать радиацию с Чернобыльской
АЭС, ну и так далее. Поэтому я не буду все это дело повторять. Тем более это может быть такое, что это верится, это не верится. Почитайте сами. И уже у вас будете думать. Вот интересные такие вещи. Вот и тут как раз духовный путь человека. Вот в данном случае мир, человечество, цивилизация, ох, это цивилизация человеческая пошла по пути технического прогресса. Что-то там такое узнает и давай там то-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 то делать. То есть как лучше там пищу выращивать. И делать там еще что-то, все, значит, будут роботы делать или еще там как-то вот научно-технический прогресс. И совсем другое, это так, к слову, идем тут с вами и беседуем. Это же развитие личностных качеств человека, благодаря которым, ну, если кто Библию читал, из воды делают вино, из двух хлебов делают очень много хлебов, просто-напросто их разламывая. Вот, а то вообще что-то получая из ниоткуда, так называемого вакуума, силой мысли. Но, как говорится, сила мысли должна быть действительно быть сильной, извините за тавтологию, а не просто, что я тут со своей мыслью раз и все. То есть она ничтожна по своей силе. И особо такого материализовать ничего не может. А были такие люди, которые, да и сейчас кое-где есть, могут материализовать какие-то там вещи. Ну это ДТП. То есть пошло по развитию своих личностных качеств. Не машиной пользоваться, а вот так модно говорит, а телепортироваться. С одного точки в другую. Ну и т.д. т.п. 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 И тогда человек становится полностью независимый. Он пользуется матушкой природой, при этом понимая, что ему надо именно для своего, там, для своей жизни, грубо говоря, одну буханочку там хлеба, еще там немножко там рыбки или еще чего-то там такого, или без рыбки. То есть все это он сам добывает благодаря мощности своего умственно-волевого аппарата. Вот так он и живет. И технический прогресс, это вот пошло по пути еще так. Сделай, купи, продай. Надо вот иметь собственность на что-то. Ну, в основном на землю. Земля, недра и так далее. Всю эту землю, недры перебуровить. Сделать какой-то продукт, продать его, им попользовались, и, естественно, все это превратилось в ненужную вещь, которую потом выбрасывают. То есть, получается, во время добытия какие-то карьеры и прочее, а потом, после всего этого процесса, получается свалки. Вот. И, естественно, особо никто задумываться над этими двумя путями не собирается. Вот так вот мы живем и живем.
Ну так вот, такая интересная беседочка вышла, да? Что по-настоящему, если у вас будут какие-то духовные качества и плюс к ним, как бы сказать, бесплатное приложение различные силы, то из-за ориентированности вашего сознания они просто-напросто не будут применяться. Либо же в таких каких-то исключительных случаях. Ну вот так примерно. Нормально поговорили. Пусть это будет как сказка. Сказка ложь, давний намек. Добрым молодцам урок.